Важное событие в жизни юных патриотов – вступление в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Накануне Дня Кировской области 15 юношей и девушек поклялись быть верными своему отечеству и всему юнармейскому братству. Клятва юнармейца – это такой ритуал, как можно сказать, у военнослужащих присяга. Юнармейцы, которые прошли курс молодого бойца, которые добились каких-либо результатов в начальной военной подготовке, допускаются до вступления во Всероссийское движение юнармии. Участники мероприятия живут в разных населенных пунктах – Слободском, Стулово, Денисовых и Ильинском. Они уже доказали, что достойны стать настоящими юнармейцами. Прошли начальную военную подготовку, приняли участие в различных конкурсах, соревнованиях и сборах. На сегодняшний день численность большой дружной юнармейской семьи составляет уже более 1 миллиона человек. Наш штаб местного отделения юнармии насчитывает порядка 170 юнармейцев сегодняшними вступившими в ряды юнармии. На занятиях юнармейцы у нас занимаются начальной военной подготовкой. Это строевая подготовка, физическая подготовка, радиохимическая, биологическая защита. Мы разбираем и собираем автоматы Калашникова, снаряжаем магазины патронами. Как ты думаешь, что такое настоящий юнармеец? Настоящий юнармеец – это гордый человек, который будет защищать слабых и заступаться за всех остальных. Это патриот своей страны. У меня просто очень много свободного времени и хочется заниматься спортом. Я хочу служить на военно-морском флоте и быть морским пехотинцем. Я хочу вам пожелать удачи, но самое главное, всегда вы должны помнить, что в основе всего лежит труд. Поэтому на каждом пути, на каждом этапе вашего жизненного становления вы должны добросовестно трудиться и постигать то, что вам стоит сделать, постигать азы любой науки. Торжественно клянемся всегда быть верными своему отечеству и юнармейскому братству. Клянемся! Соблюдать устав юнармии, быть честными юнармейцами, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Клянемся! Всегда быть защитниками слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость. Клянемся!